вам. А тут дальше? Ну, что, я не слышал, давайте я еще спою. И... Да, ему. В дырку. Да ладно. Мне очень приятно. Прошлой осенью я и один из моих лучших друзей, которые есть на этой фотографии, записали кавер-версию на одну из песен Дмитрия Ивановича «Я летаю в облаках». Это первая песня, которую я услышал. Ничего себе. Поднявшись в небо с птичьей стаи прямо с крыши, я витаю в облаках, и голосов земли почти уже не слышу. Наш домашний врач, хранитель муз, не верит в мир астральный. Он послушал пульс и сообщил семье исход летальный. Я летаю в облаках, руки расправив, будто бы крылья. Я летаю в облаках, мир весь в моих руках. Я хотел летать, но мне всю жизнь взлететь мешало что-то. Я успел устать от скучных правил физики полета. Я летаю в облаках, расправив, будто бы крылья. Я витаю в облаках, мир весь в моих руках. Мир земных забот меня зовет назад. К чему мне это, что меня там ждет? Я знаю и желаю кануть в лету. Совсем легко, зачем звучит здесь эта литургия? Ведь, скорее всего, мой сон всего лишь просто летаргия. Я летаю в облаках, руки расправив, будто бы крылья. Я витаю в облаках, мир весь в моих руках. Я летаю в облаках, поднявшись в небо с птичьей стаи прямо с крыши. Я летаю в облаках, и голосов земли почти уже не слышу. Я летаю в облаках. Заметил, когда впервые соприкоснулся с творчеством Дмитрия Бордевского, то, что Дмитрий Бордевский интересный автор. Почему? Да потому что пишут многие, пишут практически все, а интересно пишут мало кто. И вот в этой песне я для себя подметил, какой молодец, слово литургия, нашел рифму, говорит, а вы будете смеяться, но это хороший рифм, между прочим, сразу в голову.